Hare Krishna, dear devotees, welcome back again to our ongoing series on the glories of Sri Vrindavan Dham. Hare Krishna, дорогие преданные, добро пожаловать снова на нашу продолжающуюся серию лекций о славе Шри Вриндаван Дхамы. Ом Вишну Падая, Кришна Паштая Бутале, Шримати Бхактивиданта Свамините Намане, Намасте Сарасвати Деве, Гуравани Пачарине, Нифишеша Шуньявади Пастита Дешатарине. So you can see we're in a different environment today. Сегодня вы можете здесь видеть другую обстановку. I'm in New Delhi. Я сейчас в Дели. I left Maharashtra to come here for some practical affairs, and it came time for recording. So one of our congregational members kindly gave us his studio. Я уехал из Махараштры и приехал сюда по некоторым практическим делам. И когда пришло время записи, один из членов нашей общины милостиво предоставил нам свою студию для записи. И мы продолжим. So in our last lecture the other day, we spent quite some time explaining the philosophical basis of Radha and Krishna's loving pastimes in Vrindavan. На днях в нашей предыдущей лекции мы потратили довольно много времени, объясняя философские основы любовных лил Радхи и Кришны во Вриндаване. Afterwards, someone wrote to me and said that they would prefer that I just shared pastimes and not so much philosophy. После этого кто-то написал мне и сказал, что они предпочли бы, чтобы я делился просто лилами, а не давал так много философии. But I reminded them that in Krishna book, which is Srila Prabhupada's summary of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, Prabhupada shares many of Krishna's Vrindavan pastimes while weaving in a lot of philosophy in order that we can appreciate how Krishna's pastimes are transcendental and not tinged by anything material. Но я напомнил им, что в книге «Источники вечного наслаждения» или, по-другому, в книге «Кришна», которая является кратким изложением Шрила Прабхупады 10-й песни Шримад Бхагаватам, Прабхупада делится большим количеством лил Кришны во Вриндаване, в то же время давая большое количество философии, чтобы мы могли оценить, насколько лилы Кришны трансцендентны и не окрашены ничем материальным. So we can defend Krishna if and when the general public misunderstands him. И как я упоминал на днях, нам также нужно слушать философию для того, чтобы мы могли защитить Кришну, если и когда широкая публика неправильно поймет его. I was reading a history book the other day when it states that when the British ruled India for several hundred years, they had a policy of suppressing the worship of Krishna and for some time actually promoting the worship of Lord Ram. На днях я читал в учебнике истории, что когда британцы правили Индией в течение нескольких сотен лет, они проводили политику подавления поклонения Кришне и в течение некоторого времени фактически способствовали поклонению Господу Раме. By promoting the worship of Lord Ram, they hoped to get the trust of the people and then later on introduce them to Christianity. Способствуя поклонению Господу Раме, они надеялись завоевать доверие людей, а затем, впоследствии, познакомить их с христианством. Unfortunately, the British considered Krishna a liar, a thief, and very immoral. He didn't fit into their understanding of religion or God. К сожалению, британцы считали Кришну лжецом, вором и очень безнравственным. Он не вписывался в их понимание религии или понимание Бога. But they saw Lord Ram as an ideal person, a perfect ruler as well. You know, he led a moral, religious life. He only had one wife, not 16,108 like Krishna. Но они видели Господа Раму как идеальную личность, а также как идеального правителя. Он вел очень нравственную и праведную жизнь. У него была только одна жена, а не 16108, как у Кришны. Little did they know that Lord Krishna and Lord Ram are the same person. Они не знают о том, что Господь Кришна и Господь Рама одна и та же личность. So for some time the British promoted the worship of Lord Ram and tried to discourage people from worshiping Krishna. В
течение некоторого времени британцы способствовали поклонению Господу Раме и пытались препятствовать людям поклоняться Кришне. But we know from Srimad Bhagavatam that Krishna is the topmost transcendental personality, and his so-called lying and stealing are simply leelas, certainly simply pastimes. Но из Шримад Бхагаватам мы знаем, что Кришна — наивысшая трансцендентная личность, и его так называемое ложь и воровство — это просто лилы. And they cause no one distress, и они ни у кого не вызывают огорчения. But rather for his devotees, these pastimes of Krishna give the devotee great spiritual joy and transcendental bliss. Наоборот. Эти лилы Кришны даруют преданному великую духовную радость и трансцендентное блаженство. Actually, everything about Krishna's Vrindavan pastimes are transcendental, even if he or his devotees may appear to display material qualities like jealousy, for example. На самом деле, все, что касается лил Кришны во Вриндаване, трансцендентно, даже если может казаться, что он или его преданные проявляют материальные качества, такие, например, как ревность. In the sacred scripture called Ananta Samhita, Lord Shiva tells Parvati that one time Krishna was enjoying in a very special kunj, a special grove or garden, with a gopi named Viraja. В Священном Писании Ананта Самхита Господь Шива рассказывает Парвати, что однажды Кришна наслаждался в особенной роще или в саду с гопи по имени Вираджа. So when one of Radharani's sakis heard this, she ran to tell Shrimati Radharani. Когда одна из сакхи Радхарани услышала это, она побежала, чтобы рассказать Шримати Радхарани. So the Ananta Samhita describes that when the moon-faced, doe-eyed Radha heard that news from the Sakhi, she became jealous and came running towards that kunja. Ананта Самхита описывает, что когда луналикая Радха с глазами лани услышала эту новость от Сакхи, она приревновала и прибежала к этой кунже. And when Krishna heard that Radharani was coming, he quickly disappeared, and the gopi Viraja, she became a river which encircled the entire circumference of Vrindavan. Когда Кришна услышал, что приближается Радхарани, он быстро исчез, а гопи Вираджа превратилась в реку, которая огибает по окружности весь Вриндаван. So when Radharani got there to that kunj with some of her friends, Krishna and Viraja, they were gone. Поэтому, когда Радхарани добралась до этой кунджи с несколькими своими подругами, Кришны и Вираджи уже не было. So absorbed in thoughts of Krishna, Radharani began to consider how she could attract her beloved Krishna away from the gopi Viraja. Погруженная в мысли о Кришне, Радхарани начала обдумывать, как ей отвлечь ее возлюбленного Кришну от гопи Вираджи. Now the acharyas say that her jealousy was not like material jealousy. Ачарьи говорят, что ее ревность не была подобна материальной ревности. Material jealousy is all about me. I, me and mine. Материальная ревность — это все обо мне. Я, мне и мое. But Sri Radha's jealousy was about Krishna. А ревность Радхи была о Кришне. In the sense that she knew she was capable of pleasing Krishna more than anyone else, and therefore, in Krishna's interest, she'd hurried to the kunja. В том смысле, что она знала, что она способна доставить удовольствие Кришне больше, чем кто-либо другой, и поэтому в интересах Кришны она поспешила в кунджу. Her jealousy meant that she simply wanted the best for Krishna. Ее ревность означала, что она просто хотела самого лучшего для Кришны. That other gopi cannot please Krishna as much as I can, so I'm jealous. I'm going to go there and I'm going to serve Krishna the best. Эта другая гопи не может доставить Кришне столько удовольствия, сколько могу я. Поэтому я ревную. Я собираюсь отправиться туда, и я собираюсь служить Кришне наилучшим образом. So as a means or a way to attract Krishna from where he was hiding, she, from her own transcendental potency, she created a very beautiful place
between the Ganges and the Jamuna rivers. И как средство или способ привлечь Кришну оттуда, где он прятался, она создала из своей собственной трансцендентной энергии очень красивое место между реками Гангой и Ямуной. Then she decorated that beautiful place with beautiful creepers and trees and filled it with bumblebees and butterflies and all types of beautiful animals like rabbits and birds and deer. Она украсила это прекрасное место красивыми лианами и деревьями и наполнила его шмелями и бабочками и всеми видами прекрасных животных, такими как кролики, птицы и олени. Then she brought in some fragrant jasmine, somalika and malati flowers. Затем она принесла немного ароматных цветов жасмина, малики и малати. And then she called for Cupid along with quote springtime personified. Потом она призвала Купидона вместе с олицетворенной весной. And then she said to all these entities, quote, for the pleasure of my beloved Krishna, I want you all to reside here eternally. Затем она сказала всем этим живым существам, ради наслаждения моего возлюбленного Кришны, я хочу, чтобы вы все пребывали здесь вечно. Then she called for all the beautiful birds ever created, and she said to them, to the birds, please reside here and sing forever the names of my beloved Krishna. Затем она призвала всех прекрасных птиц из когда-либо созданных, и она сказала птицам, пожалуйста, живите здесь и вечно воспевайте имена моего возлюбленного Кришны. And then she took a flute and she played a most beautiful melody to attract Krishna. А затем она взяла флейту и сыграла самую красивую мелодию, чтобы привлечь Кришну. And within moments, Krishna appeared and took her by the hand, saying, quote, O lovely-faced Radha, you are my very life. There is no one more dear to me than you. В мгновение ока Кришна появился и взял ее за руку, говоря, О прекрасноликая Радха, ты сама моя жизнь. Нет никого дороже для меня, чем ты. Just for me you have created this wonderful abode, this wonderful dham. From now on the devotees will always glorify this wonderful place that you have made. So, let's give it a name. Для меня одного ты создала эту удивительную обитель, эту чудесную дхаму. С этого момента преданные будут всегда прославлять это замечательное место, которое ты создала. Давай дадим ему название. So Krishna looked around at that beautiful abode that Sri Radha had manifested and he paused for a moment. Кришна взглянул на прекрасную обитель, которую проявила Шри Радха, и на мгновение замолчал. And then he said, а затем он сказал, quote, because it is an island between two rivers, the wise shall call it Navadvip. Поскольку это остров между двумя реками, мудрые назовут его Навадвипа. Then he continued. Затем он продолжил. By my order, all the holy places will come and reside here. Those persons who come to worship us, the divine couple here, will certainly attain the mood of the Sakis. And if anyone comes to this holy dham just once, he will receive the benefit of going to all the holy places. По моему приказу, все святые места придут и будут пребывать здесь. Те люди, которые придут сюда поклоняться нам, как божественной чете, непременно обретут настроение Саки. И если кто-либо придет в эту святую дхаму хоть раз, он получит благо от посещения всех святых мест. And that place, that abode, my dear Prabhus, is the most sacred, Sri Navadvip Mayapur Dham, where our ISKCON is presently building our temple of the Vedic Planetarium as per the desire of Srila Prabhupada. И это место, это обитель, мои дорогие Прабху, это самое священное Шри Навадвипа Майяпур Дхама, где в настоящий момент ИСККОН строит храм ведического планетария в соответствии с желанием нашего Шрилы Прабхупады. Manifested by Sri Radhika for the pleasure of Krishna. Эта дхама проявлена Шри Радхикой для удовольствия Шри Кришны, in which Chaitanya Mahaprabhu appeared 500 years ago. В которой явился Господь Чайтанья 500 лет назад.
So we've ended up in Mayapur by Radharani's grace, but right now we'll go back to the Yavat pastimes. По милости Радхарани мы оказались в Майяпуре, но прямо сейчас мы вернемся к лилам в Явате. This lecture is actually meant to be part of the mini-series on Yavat. Эта лекция должна быть частью мини-серии лекций о Явате. So let's see a Yavat pastime. Итак, давайте посмотрим на лилу в Явате. So one time Kutila, Abhimanyu's sister, you'll remember, was walking through a forest just next to Yavat when she saw Radha and Krishna sitting together in a small kunj, in a small grove, laughing and joking together. Однажды сестра Абхиманью, как вы помните, ее зовут Кутила, шла через лес рядом с Яватом, когда она увидела Радху и Кришну, сидящих вместе в маленькой кундже, в роще, смеющихся и шутивших. Immediately she turned around and ran as fast as she could back to the Yavat palace, and finding Abhimanyu, her brother, she said, "You stupid fool, Abhimanyu, you never believe me when I tell you about the antics of your wife with this rascal Krishna, but just go to the forest now and see for yourself. Go and see what is going on with your own two eyes. Radha and Krishna are sitting together in a kunj in the forest, happily enjoying each other's association." Она тут же повернулась и побежала обратно так быстро, как только могла, во дворец в Явате, и, найдя своего брата Абхиманью, сказала: "Ты глупый дурак, Абхиманью. Ты никогда не веришь мне, когда я рассказываю тебе о проделках твоей жены с этим мошенником Кришной. Но пойди сейчас же в лес и посмотри сам. Просто иди и посмотри на происходящее своими собственными глазами. Радха и Кришна сидят вместе в кундже в лесу, счастливо наслаждаясь общением друг с другом." So Abhimanyu knows his sister to be somewhat eccentric and often crooked, as her name describes, but he decided to go to the forest anyway and see for himself if what she was saying was true. Абхиманью знает, что его сестра несколько эксцентрична и плутоватая, как указывает ее имя, но он все равно решил пойти в лес и сам убедиться, правда ли то, что она говорила. So off he went, and when he was approaching that kunj, where his sister had indicated, Radharani caught a glimpse of him coming. So she said to Krishna, "Krishna, Abhimanyu's coming. What do we do now?" Так что он пошел, и когда он приблизился к кундже, на которую указала его сестра, Радхарани мельком увидела, как он приближается, и она сказала Кришне: "Кришна, Абхиманью идет, что нам теперь делать?" So Krishna said, "Just bow down." Кришна сказал: "Просто поклонись." But Shri Radha said, "My husband's coming." Шри Радха сказала: "Но мой муж идет." But Krishna said, he repeated, he said, "Just bow down." Но Кришна просто повторил: "Просто поклонись." So Radha bowed down, and when Abhimanyu arrived there, what did he see? Шри Радха поклонилась, и когда Абхиманю пришел туда, что он увидел? He saw a beautiful statue of Kali standing there with her chopper and her tongue sticking out, and Radharani, very chastely for the welfare of her husband, was worshiping the goddess Kali. Он увидел красивую статую Кали, стоящую там со своим мечом и высунутым языком. А Радхарани очень целомудренно, ради благополучия мужа, поклонялась богине Кали. So obviously Krishna had manifested as Kali. Очевидно, что Кришна проявился как Кали. So Abhimanyu said to himself, "My sister is so stupid, and she thinks that I'm also stupid. Just see how my wife is nicely worshiping Mother Kali." Абхиманью сказал себе: "Моя сестра такая глупая, и она думает, что я тоже глупец. Вы только посмотрите, как моя жена прекрасно поклоняется матери Кали." So we've all heard about Kali Krishna, but this time we hear about Kali Krishna. Мы все слышали о Кали Кришне, но в этот раз мы слышим о Кали Кришне. Yavat's the most wonderful place. Яват – самое чудесное место. So on another occasion, Radha and Krishna were enjoying the pleasing atmosphere of the Vrindavan forest
in the company of the gopis. В другой раз Радха и Кришна вместе с гопи наслаждались приятной атмосферой леса Вриндавана. When Chandravali's close friend Padma happened to come by. Когда близкая подруга Чандравали, Падма, случайно проходила мимо. Now the acharyas say that she was up to no good. Ачарьи говорят, что ее появление было не к добру. In the sense that in Vrindavan, Chandravali Gopi is Sri Radha's chief competitor, and both of them are always vying for Krishna's attention, and each of them has helpers in this regard. В том смысле, что во Вриндаване Чандравали Гопи – главная соперница Шри Радхи. Обе они всегда соперничают за внимание Кришны, и в этой связи у каждой из них есть помощницы. So Padma is Chandravali's main helper. Падма – главная помощница Чандравали. And she didn't like to see Radha with Krishna. She wants Chandravali to be with Krishna. Ей не нравится видеть Радху с Кришной. Она хочет, чтобы Чандравали была с Кришной. Of course, one might ask the question, why does Radharani have a competitor? Конечно, можно спросить, почему у Радхарани есть соперница? We touched on this last year, but we could it'd be nice to cover some of the main points again. Мы затронули этот вопрос в прошлом году, но было бы неплохо еще раз осветить некоторые основные моменты. As far as competition's concerned, касающиеся соперничества. All that happens in Vrindavan is meant to increase everyone's love. Krishna's love for Sri Radha, Radha's love for Krishna, the devotees' love for the divine couple, the divine couple's love for the devotees. It's just an abode of love. Все, что происходит во Вриндаване, призвано увеличить любовь каждого, всеобщую любовь. Любовь к Кришне, к Шри Радхе, любовь Радхи к Кришне, любовь преданных к Божественной Чите и любовь Божественной Читы к преданным – это просто обитель любви. I heard my godbrother Girdhar Swami say one time, quote, Krishna consciousness is a movement of love masquerading as a philosophy. Я слышал, мой духовный брат Гирирадж с вами сказал однажды, сознание Кришны – это движение любви, маскирующееся под философию. Krishna consciousness is a movement of love masquerading as a philosophy. Сознание Кришны – это движение любви, маскирующееся под философию. So we were speaking the other day about how obstacles serve to intensify Radha and Krishna's love for each other. Недавно мы говорили о том, как препятствия служат для усиления любви Радхи и Кришны друг к другу. So also the spirit of competition in Vrindavan also serves to increase everyone's attachment to Radha and Krishna. Дух соперничества во Вриндаване также служит для усиления привязанности каждого к Радхе и Кришне. In the material world, when there's competition, someone wins and someone loses. В материальном мире, когда есть соперничество, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. But when there's competition in Krishna consciousness, everyone wins because the winner or the loser simply falls more in love with Krishna because they have more association with Krishna. Но когда есть соперничество в сознании Кришны, выигрывают все. Потому что выигравший и проигравший просто еще больше влюбляется в Кришну, потому что у них есть больше общения с Кришной. Or in the competition, they're meditating even deeper on Krishna. В соперничестве они еще глубже медитируют на Кришну. So even if they lose, they're a winner. Поэтому даже если они проигрывают, они победители. I remember in the 1970s when the Los Angeles Temple beat the Radha Damodar traveling book distribution party in the number of books distributed, Prabhupada wrote to the temple president in Los Angeles. Я помню, в 1970-х годах храм в Лос-Анджелесе обогнал путешествующую группу распространителей книг Радха Дамодар по количеству распространенных книг. Шрила Прабхупада написал президенту храма в Лос-Анджелесе. He said, this is good competition. So now Tamal Krishna is defeated by you. So one month you defeat him, and in another he can defeat you,
And in this way, Radha Damodar's service will be increased by transcendental competition. This is very nice. Он сказал, это хорошее соперничество. Итак, теперь Тамал Кришна побежден вами. Один месяц вы побеждаете его, а другой он может победить вас. И таким образом служение Радха Дамодары в трансцендентном соперничестве будет увеличиваться. Это очень хорошо. In the spiritual world, competition exists solely for the pleasure of Krishna. When Krishna runs ahead of his friends while they play in the fields in the forest of Vrindavan, he's pleased when the boys compete to be the first one to touch him. В духовном мире соперничество существует исключительно для наслаждения Кришны. Когда Кришна бежит впереди своих друзей, пока они играют в полях и в лесах Вриндавана, он радуется, когда мальчики соревнуются, кто первым дотронется до него. In Damodar Lila, Krishna competes with his own mother, and Yashoda wins. Her pure love conquers Krishna, who submits to being tied by the grinding mortar. В Дамодаре Лиле Кришна соревнуется со своей собственной мамой, и Яшода выигрывает. Ее чистая любовь покоряет Кришну, который подчиняется тому, чтобы быть привязанным к ступе. Кришна и гопи соперничают в привлечении друг к другу. Шрила Кришнадас Кавирас Госвами writes in Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 192-193, the beauty of Lord Krishna increases at the sight of the beauty of the gopis. And the more the gopis see Lord Krishna's beauty, the more their beauty increases. In this way, a competition takes place between them in which no one acknowledges defeat. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами пишет в Шри Чайтанья Чаритамрите Ади Лила 492 и 193. Красота Господа Кришны увеличивается при взгляде на красоту гопи. И чем больше гопи видят красоту Господа Кришны, тем больше увеличивается их красота. Таким образом, между ними происходит соперничество, в котором никто не признает своего поражения. And Krishna even speaks of a competition between himself and Srimati Radharani, Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 4.142. И Кришна даже говорит о соперничестве между ним и Шримати Радхарани, Чайтанья Чаритамрита, Ади Лила 4.142. Quote, there is constant competition between my sweetness and the mirror of Radha's love. They both go on increasing, but neither knows defeat. Есть непрерывное соперничество между моей сладостью и отражением любви Радхи. Они оба увеличиваются, но ни один из них не знает поражения. So the basic idea is that this transcendental competition acts as a spice that increases the love that Vrindavan devotees feel for Krishna and the love Krishna feels for his devotees. Основная идея состоит в том, что это трансцендентное соперничество действует как приправа, которая увеличивает любовь, которую преданные Вриндавана испытывают к Кришне, и любовь, которую Кришна испытывает к своим преданным. And everyone benefits, even the losers. И все выигрывают, даже проигравшие. Шрила Прабхупада wrote a letter to one of my godbrothers, his name is Sri Govindadas, on December 6, 1974. Шрила Прабхупада написал в письме к одному из моих духовных братьев, его зовут Шри Говинда Дас, 6 декабря 1974 года. He writes, sometimes we may differ, but Krishna is the center. Just like in Vrindavan, there is Radharani's party and there is Chandravali's party. Sri Krishna is the center of both parties, so even there is some competition between the parties, they all coincide in Krishna. Он пишет, иногда мы можем отличаться, но Кришна является центром. Так же, как во Вриндаване есть группа Радхарани и группа Чандравали, Шри Кришна является центром обоих групп. Таким образом, хотя существует соперничество между группами, они все связаны с Кришной. So, Chandravali and Radharani are the chief competitors for Krishna's love.
Чандравали и Радхарани – главные соперницы за любовь Кришны. But the interesting thing is that Chandravali almost always loses for the simple reason that no one's love can compare with Radharani's love for Krishna or her ability to attract him. Но интересно то, что Чандравали почти всегда проигрывает по простой причине, что ничья любовь не может сравниться с любовью Радхарани к Кришне или ее способностью его привлекать. Chaitanya Charitamrita Madhya 8.98 says, Чайтанья Чаритамрита Мадхья 8.98 говорит, Инхаре Мадхья Радхара Прем Саджа Сиромани Янхара Махима Сева Шастрите Вакани. Amongst the loving affairs of the gopis, Shrimati Radharani's love for Krishna is topmost. Indeed, the glories of Shrimati Radharani are highly esteemed in all revealed scriptures. Среди любовных лил гопи любовь Шримати Радхарани к Кришне является наивысшей. Несомненно, слава Шримати Радхарани высоко почитается во всех проявленных священных писаниях. So Radharani is able to attract or control Krishna more than Chandravali because her mood is called Madhya Mahi Bhava. In this mood, Radharani thinks Krishna is mine. Радхарани может привлекать или контролировать Кришну больше, чем Чандравали, потому что ее умонастроение называется Мадхья Махи Бхава. В этом умонастроении Радхарани думает: «Кришна мой». So in this mood the acharyas say, she can order Krishna to do anything and he will do it, because Krishna is hers, so she can tell him what to do. Ачарьи говорят, что в этом умонастроении она может приказать Кришне сделать все, что угодно, и он сделает это, потому что Кришна – ее, поэтому она может сказать ему, что делать. She controls Krishna. Она контролирует Кришну. With her love. Своей любовью. But Chandravali's mood's a little different. Но настроение Чандравали немного иное. It's called Tadiya Bhava Dakshina. It's a submissive mood. And in that mood she thinks, I am Krishna's. Но настроение Чандравали немного иное. Оно называется Тадия Бхава или Дакшина. Это настроение подчинения. В этом настроении она думает, я принадлежу Кришне. And submissive to Krishna, she does what Krishna desires. И послушная Кришне, она делает то, что Кришна желает. So the connoisseurs of spiritual love, they say, Radha's love is Madhusneha. It's more attractive to Krishna because it's like honey, madhu, very sweet and familiar. Whereas Chandravali's love is grita sneha. It's like ghee, grita, and therefore very cool and very formal. Знатоки духовной любви говорят, что любовь Радхи, мадху снеха, она более привлекательна для Кришны, потому что она подобна меду, мадху, очень сладкая и близкая. Тогда как любовь Чандравали – грита снеха. Она подобна топленому маслу – грита, и поэтому очень прохладная и строгая. So Radharani's love or mood is more powerful than Chandravali's, and in their fierce competition for Krishna's favor, Radha always wins. Итак, любовь или настроение Радхарани сильнее, чем у Чандравали, и в их жарком соревновании за благосклонность Кришны Радхарани всегда побеждает. So competition. Так что соперничество. Actually, there's many competitive pastimes in Vrindavan, not only between Radha and Chandravali, but amongst other gopis and other groups of gopis as well. На самом деле во Вриндаване есть много лил соперничества не только между Радхой и Чандравали, но также и среди других гопи и других групп гопи. Those who have the same sentiments, they come together, like there's that saying, birds of a feather flock together. So those who have the same mood in Vrindavan, they join groups, the same group. Те, у кого одинаковые чувства, собираются вместе, подобно тому, как есть пословица: пернатые птицы собираются вместе. Так что те, у кого во Вриндаване одинаковое умонастроение, они присоединяются к одной и той же группе. So as far as the gopis are concerned, there's four groups. Что касается гопи, то есть четыре группы. Свапакша means those gopis belonging to Radha's own group.
Свапакша означает тех гопи, которые принадлежат к собственной группе радхи. Випакша means those gopis belonging to the group of her rivals. Випакша означает тех гопи, которые принадлежат к группе ее соперниц. Татхастхапакша meaning those gopis belonging to that group which is neutral towards her. Татхастхапакша имеются в виду те гопи, которые принадлежат к той группе, которая нейтральна по отношению к ней. Суритпакша meaning those belonging to the group that is friendly to her. И сухритпакша имеется в виду те гопи, которые принадлежат к группе, которая дружественна к ней. They all love Krishna and they all desire Krishna's attention, so there's rivalry and some competition between these four groups. Все они любят Кришну. И все они желают внимания Кришны, поэтому между этими четырьмя группами существует конкуренция в соперничестве. However, this is really wonderful. The acharyas describe so sweetly that whenever Krishna disappears, like he does from the rasa dance, or even more so when he goes away to Mathura or Dwarka, during those times, all these individual gopis and all these different groups and subgroups of gopis, they become one for Krishna. As one acharya puts it, they give up their transcendental animosity. Однако, это действительно чудесно. Ачарий так сладко описывает, что всякий раз, когда Кришна исчезает, как он это делает из танца расы, или даже более того, когда он уходит в Мадхуру и Двараку, в это время все эти отдельные гопи из всех этих различных групп и подгрупп гопи становятся единым целым для Кришны. Как выразился один ачарья, они отказываются от своей трансцендентной вражды. And they all console each other in their feelings of separation from Krishna. И все они утешают друг друга в своем чувстве разлуки с Кришной. The acharyas write that even Chandravali and Bhadra, who are gopis very contrary toward the mood of Radharani, when Krishna leaves Vrindavan, they come and pacify Srimati Radharani. Ачарьи пишет, что даже Чандравали и Бхадра, которые являются гопи совершенно противоположными умонастроению Радхарани, когда Кришна покидает Вриндаван, они приходят и успокаивают Шримати Радхарани. And why specifically? И почему именно? Because Radha's feelings of separation are the deepest and the most painful. Потому что чувства разлуки Радхи являются самыми глубокими и самыми болезненными. So they're very sympathetic towards her because their separation mood is not as intense as hers. Они очень сочувствуют ей, потому что их умонастроение разлуки не такое глубокое, как у нее. They say to her, "O Radhika, you should not weep. Krishna will come back." Они говорят ей: «О, Радхика, ты не должна плакать, Кришна вернется». That's very nice. On some occasions, Radharani, she speaks the same way to Chandravali, her competitor. Это очень замечательно. В некоторых случаях Радхарани также говорит с Чандравали, своей соперницей. Rupa Goswami writes in Lalita Madhava that after Krishna left for Mathura, Radha and her friends searched for him everywhere in Vrindavan. Рупа Госвами пишет в Лалита Мадхаве, что после того, как Кришна уехал в Мадхуру, Радха и ее подруги искали его повсюду во Вриндаване. They couldn't believe he left. They thought he was hiding somewhere. Они не могли поверить, что он ушел. Они думали, что он где-то прячется. So when Radharani and the gopis got to Govardhan Hill looking for Krishna, Radharani caught sight of her own reflection in a pond, and thinking it was Chandravali, because Chandravali and Radha look very similar, actually in reality they're cousins, because their fathers are brothers, so they look identical. Когда Радхарани и гопи пришли на холм Говардхан в поисках Кришны, Радхарани увидела свое собственное отражение в пруду и подумала, что это Чандравали, потому что Радхарани и Чандравали очень похожи. В действительности они двоюродные сестры, потому что их отцы – братья. Так что они выглядят одинаково. So Radharani is looking at a reflection. She's thinking it's Chandravali. Поэтому Радхарани смотрела на отражение, и она думала, что это Чандравали. The only difference actually between Chandravali and Radharani, they look identical, is that Radha's eyes are dark blue
And Chandravali's eyes are light blue. В действительности они выглядят одинаково. Единственное различие между Чандравали и Радхарани состоит в том, что глаза Шри Радхи темно-синие, а глаза Чандравали светло-голубые. So seeing that reflection, Radha appealed to Chandravali with the following words. Видя это отражение, Радха обратилась к Чандравали со следующими словами. Сандарай сундари вриндашо Hari Prishvangair Idam Mangalam. O Chandravali, how fortunate I am to see you. Up to now, it has been a most inauspicious day. How many times Krishna held you tightly in his arms? Quickly water my thirsty soul by wrapping your arms, which still carry the fragrance of Krishna's flower ear ornaments, around my neck. О, Чандравали, как я удачлива, что вижу тебя! До сих пор это был самый неблагоприятный день. Сколько раз Кришна крепко держал тебя в своих объятиях. Поскорее напои мою томимую жаждой душу, обвив мою шею руками, которые все еще несут в себе аромат цветочных украшений у шеи Кришны. That very much reminds me of Srila Prabhupada's advice to us, that your love for me will be tested in how you cooperate together when I am gone. Это так сильно напоминает мне наставление Шрилы Прабхупады нам, что ваша любовь ко мне будет проверена тем, как вы будете сотрудничать вместе, когда я уйду. In other words, Prabhupada's training is to be true Vaishnavas. Другими словами, Прабхупада учит нас быть истинными вайшнавами. So again, Radha and Krishna were enjoying this pleasing atmosphere in the Vrindavan forest in the company of their friends, when Chandravali's close friend Padma happened to come by. Итак, Радха и Кришна снова наслаждались приятной атмосферой леса Вриндавана в окружении их подруг, когда близкая подруга Чандравали, Падма, случайно проходила мимо. So Padma thought to get Radharani in trouble, so she quickly went back to Yavat to tell Jatila what she had seen. Падма захотела доставить Радхарани неприятности, поэтому она быстро отправилась в Яват, чтобы рассказать Джатиле о том, что она видела. How Radharani and Krishna were together. Что Радхарани и Кришна были вместе. So hearing this news from Padma, Jatila immediately left Yavat and made her way to find Radha and Krishna together. Услышав эту новость от Падмы, Джатила немедленно покинул Яват и направилась к Радхе и Кришне, чтобы застать их вместе. And she came into that kund so fast that the divine couple were caught off guard and they froze in fear. You could say they were caught red-handed. Она пришла на эту кунду так быстро, что божественная чита была застигнута врасплох. И они застыли от страха. Можно сказать, что их поймали с поличным. Radha Krishna just stared speechlessly at Jatila, who herself horror-struck was standing some distance away. Радха и Кришна просто безмолвно смотрели на Джатилу, которая сама, пораженная ужасом, стояла неподалеку. So just at that moment, Radha's friend Shyamasakhi happened to pass by. Как раз в этот момент мимо случайно проходила подруга Шри Радхи Шьямасакхи. So taking advantage of having another person there, half blind, Jatila decided to ask Shyamasakhi to be her witness in reporting Krishna to King Kamsa and locking up Shrimati Radharani forever. Воспользовавшись тем, что там находится еще один человек, полуслепая Джатила решила попросить Шьямасакхи быть ее свидетельницей, чтобы сообщить о Кришне царю Камсе и навсегда запереть Шримати Радхарани. Oh, good, I've got a witness. О, хорошо, у меня есть свидетельница. So Shyamasakhi was very clever in taking in the scene. She actually came to Radharani's rescue by making up a story. Шьямасакхи была очень умной, и увидев эту сцену, она пришла на помощь Радхарани, придумав историю. For when Jatila asked her, quote, Shyama, I have faith in you. Tell me exactly what you see. It's very clear, isn't it? Radha and Krishna are here together, isn't it? Тогда Джатила попросила ее, Шьяма, я верю в тебя. Расскажи мне именно то, что ты видишь.
Это совершенно ясно, не правда ли? Радха и Кришна здесь, вместе, не так ли? But remember, Jatila is half blind. Но помните, Джатила наполовину слепа. So to protect Radharani, Shyamasakhi said. Поэтому, чтобы защитить Радхарани, Шьямасакхи сказала: Mother Jatila, I see that Krishna is up to his tricks as usual. He has dressed the cowherd boy Subal up as a girl, and the two jokers are pretending that they are yakshas and yakshis who regularly come here to bathe and enjoy this forest. Мама Джатила, я вижу, что Кришна, как всегда, устраивает свои фокусы. Он нарядил мальчика-пастушка Субала девочкой, и двое шутников делают вид, что они якша и якшаси, которые постоянно приходят сюда, чтобы принять омовение и насладиться этим лесом. You know, Subal's a coward boy, so she's saying that Krishna dressed him up as a girl. Субал – мальчик-пастушок, поэтому она говорит, что Кришна нарядил их как девочек. So knowing her eyesight to be bad, Jatila replied, "Oh, yes, that's what I thought. Subal and Krishna. Yes, Subal and Krishna." Зная, что у неё плохое зрение, Джатила ответила: "О, да, это то, что я подумала. Субал и Кришна. Да, Субал и Кришна." It's not Radha and Krishna. It's Subal and Krishna. Это не Радха и Кришна. Это Субал и Кришна. So Shyamasakhi saved the day. Итак, Шьямасакхи спасла положение. With that, the old angry woman, Jatila, hobbled home. И с этим старая рассерженная женщина, хромая, отправилась домой. Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dhama ki, Yavat ki, Radha Krishna ki. So we'll finish here today, Prabhu, because I have a few things to do in New Delhi. Итак, сегодня мы закончим здесь Прабху, потому что я должен сделать несколько дел в Дели. But my good fortune being here in Delhi is to realize that Brajabhumi Shri Vrindavan Dham is not very far away. Но моя большая удача пребывания здесь в Дели – это осознание того, что Брадхабхуми Шри Вриндаван Дхама не очень далеко. And you can imagine, after so many months, I've been gone from Vrindavan in Maharashtra. Well, I was outside of Delhi then, Maharashtra. Now I have a chance to go back after so much study and so much katha. You can imagine how excited I am to be going to Vrindavan this evening. И вы можете себе представить, как спустя столь много месяцев после того, как я уехал из Вриндавана в Махараштру, я был за пределами Дели в Махараштре. Теперь у меня есть возможность вернуться после такого длительного изучения катхи. Вы можете себе представить, как я взволнован от того, что сегодня вечером я отправлюсь во Вриндаван. We'll be waiting for you there. Мы будем ждать вас там. When you can, please come to Vrindavan. Когда вы сможете, пожалуйста, приезжайте во Вриндаван. I'll be there for a few days, and I'll be back in Delhi. Then next week I go back to Maharashtra. Я буду там несколько дней, и я вернусь в Дели. Затем на следующей неделе я вернусь в Махараштру. It's not safe to travel in India now because the COVID situation is still quite critical. Путешествовать по Индии сейчас небезопасно, потому что ситуация с COVID достаточно критическая. But I'll be looking forward to being back with you in a couple of days. I'll probably use the same studio for my next lecture on Yavats. Но я буду с нетерпением ждать, чтобы снова быть с вами, и через несколько дней я, вероятно, воспользуюсь той же студией для моей следующей лекции о Яватте. But let's finish with a nice verse about Sri Vrindavan. Но давайте закончим прекрасным стихом о Шри Вриндаване. Vrindavan is such a nice place. Flowers are always blooming, and there are even various kinds of decorated deer. Birds are chirping, peacocks are crowing and dancing, and bees are humming. The cuckoos there sing nicely in five kinds of tunes. Vrindavan – такое прекрасное место. Там всегда цветут цветы, и даже есть разные виды пятнистых оленей. Щебечут птицы, кричат и танцуют павлины, и жужжат пчелы. Кукушки там красиво поют на пять видов мелодий. So, thank you very much, Prabhu. I'll see you in a couple of days, and I'll bring some stories back from Braj.
Большое спасибо, Прабху. Увидимся через несколько дней. Я привезу из Враджа несколько историй. Шиши Горни Тайки, Шиши Кришна Баларамки, Шиши Рада Шама Сундарки, Бриндаванешвари, Шимати Радхарани, Шиши Горни Тайки, Майяпур Дамки, Гокул Дамки, Голока Вриндаван Дамки, Шри Прабхупадаки, Гоу Преминанди, Джей Джей Сиси Радхе. Шам. See you soon. Увидимся вскоре. Шрила Гурудева Ки Джай.